этом видео обзор поездки на Мальту из Сицилии. Порт Позоло. Паром, точнее скоростной катамаран, за день делает 4 рейса в обе стороны. Время в пути 1:45. На борту все очень комфортно. Магазинчики, бары, телеэкраны, удобные кресла. Билеты без мест, но различаются по классу. Мы были с тургруппой, поэтому цену не знаем. На сайте перевозчика 61 евро в одну сторону. Кстати, на самолете из Катании на Мальту можно улететь за 55 евро. Перелет 30 минут, но нет романтики. До порта из Таормины, точнее из Джорджини-Наксос, где мы находились, ехать 2 с небольшим часа. 170 километров по шоссе. Это порт Валетта. Валетта – крошечная столица средиземноморского островного государства Мальта. Названа в честь рыцаря-флотоводца, магистра ордена Иоанитов Жана Паризо де ла Валетта, защитившего остров от турок в 1565 году и основавшего город, позднее названный в его честь. Собственно, город Валетта имеет население 6500 человек, в то время как в пригородах проживает почти 394 тысячи. Город славится музеями, дворцами, величественными церквями. В Валетте много зданий в стиле барокко, в том числе собор Святого Иоанна с роскошным убранством и шедевром Караваджо обезглавливания Иоанна Крестителя. Мдина и Рабат. Из Валетты в Мдину можно доехать на автобусе за полчаса. Когда-то Мдина была столицей Мальты, сейчас ей 4000 лет. Мальтийцы называют Мдину самым загадочным и таинственным городом Мальты, и расположен он, в отличие от современной Мальты, в центре острова на высоком холме. Население всего 300 человек, и только они, коренные жители Мдины, имеют право въезжать в город и перемещаться по нему на своих автомобилях. Свое название в переводе «город, окруженный стенами», Мдина получила от сарацинов, которые захватили Мальту в 870 году. Рабат – самый крупный город на Мальте, ранее был пригородом крошечной Мдины. К сожалению, времени на осмотр было мало, торопимся в обратный путь на Сицилию.